Проведу пальцем возле окна, соберу грязь с плинтуса и пыль с книжной полки. Несколько секундных прикосновений было достаточно, чтобы получить такую картину. Грязь, пыль, ворс, песок, земля. Чего тут только нет. Влажной салфеткой протираю палец, кажется, стал чист. Однако бактерии тут все же остались. Они прозрачны, так что визуально палец может быть приятным, но на нем кишит микроскопическая жизнь. А что же с салфеткой? На ней собранная видимая грязь, но обратите внимание на структуру. Если посмотреть при проходящем нижнем свете микроскопа, отличимы сквозные отверстия. Салфетка пропускает грязь насквозь. Также можно сказать и про туалетную бумагу. Ее я тоже покажу под микроскопом. Видно склеены между собой ворсинки, и между ними также есть сквозные отверстия. И какой же вы сделаете вывод?